не наздогнати. Група «Тату» знову разом. Юлія Волкова та Олена Катіна у Києві зі спільним концертом. Запросимо дівчат на обід скуштувати борща. Вітаю Олену, вітаю Юлю. Здравствуйте, девушки. Привет. Итак, вы снова вместе. Был громкий разрыв, вы долгое время не общались. На протяжении нескольких лет мы встречались в Москве, в Киеве. Но вы рассказывали о том, что вы не поддерживаете связь, не следите даже за карьерами друг друга. Кто пошел первым на встречу? Знаешь, я тебе скажу так сразу, что это такое воссоединение для концерта в Киеве. Это будет, скажем, одноразовые выступления где-то там, Киев, Питер, может быть, Москва, может быть, какие-то. Мы не заявляем сейчас о том, что мы воссоединяемся. Это какие-то вот просто работы для наших поклонников, которые нас ждали много лет. Последние 4 года вы строили собственные сольные карьеры, рожали детей, выходили замуж. Может возникнуть вопрос, так что сольные карьеры не задались? В любом случае, сольная карьера для Лены, для меня, а тату – это как уже, скажем, бренд, который есть и с которым мы будем работать. Мы решили просто, что нам нужно порадовать наших поклонников. Для них видеть нас вместе очень важно, и они поэтому скучают, и почему бы не дать им такую возможность. Вы начали свою карьеру очень рано. Вам 14 лет, к вам приходит продюсер и говорит, теперь будем целоваться. Первый поцелуй в жизни, она была с девочкой, мне было 6 или 7 лет, и была девушка у меня в юности, и как-то... Да и до сих пор мне нравятся девушки. Я как бы могу испытать какое-то влечение, наверное, к женщине. Может быть, даже в плане сексуального чего-то. Поэтому для меня как-то это было вообще... Ну... Лена, а для вас как это было? Я нормально абсолютно к этому отношусь, но для меня это была роль. У меня никогда не было девушек. Я всегда склонялась к противоположному полу. Ну, собственно, вот единственная девушка сидит. Вы тогда нормально к этому отнеслись? Да. Ну, целоваться так целоваться. Ну, чего да. не сделаешь ради мы славы. Мы так смеялись. Ну, это был шок для всех, для родителей. Родители запрещали детям смотреть клипы. Не было пошлости. Ну, вот не было там грязи. Это борщ. Капусте. И сало еще, смотрите, сало замотало. Да. Слушайте, вкусно. Что вот это такое? Это рапаны. Рапаны? Это вкусно? Это вкусно. Слушайте, это мое все, я влюбилась в рапаны. А ты никогда не ела, не пробовала рапаны? Нет, я первый раз, да. А что с толящим? Рапаны – это ракушка. Рапаны – это черноморское блюдо. Лена, сейчас ты много времени проводишь в Америке. Да. И все, кто попадают в Америку, даже не на продолжительный срок, начинают стремительно набирать килограммы. С тобой это произошло? Или ты сразу села на жесткую диету и отказалась от всего фастфуда? Ну, просто нужно правильно питаться, и все. Ну, не каждый день есть на завтрак, обед и ужин по гамбургеру. Мне нужно следить за тем, что я ем, когда я ем. Поэтому на гастролях я, честно говоря, всегда так чувствовала себя немножко ущемленной, потому что она сидит наглая и ест, потому что ей все равно. У нее вот прошло все и все. А у меня, мне там, так, ну-ка, что ты там ешь? Ну-ка, так, тебе немного ли? То есть,
следили прям жестко. Гестапо такое было в этом смысле. Юля, а ты следишь за фигурой? Ну, у меня, в принципе, нет такой предрасположенности к тому, чтобы я была полненькая. У меня так всю жизнь было, я ела очень много и была всю жизнь худая. По 6 гамбургеров, вот, кстати. Ну, как ты знаешь, вот с годами все равно, после детей, все равно чувствуется, что организм немножко меняется. Когда здесь начинаешь больше есть, чувствуешь сразу прибавление. Сразу в каких-то моментах убираешь, там сладкое, хлеб, углеводы и все. Я даже не помню, когда я последний раз такой открывашкой пользовалась. Опа! Юля, ну ты очень щепетильно относишься к собственной внешности, и ты открыто говоришь о том, что ты делала пластические операции, ты этого не стесняешься? Я вообще не стесняюсь. Зачем мне это стесняться? Думаю, что это был вопрос интереса и попробовать что-то. Ну, это же было модно, там, делать себе губы и так далее. Все как-то хотелось на себе. Вот я вообще такой человек, я очень люблю экспериментировать. Волосы там то наращивать, то перекрашивать светлый цвет, то темный. Мне нравится, но пока молодая, как говорится, почему бы и нет? Вот, поэтому был период с губами, там, сейчас вот ничего нету в лице. Либо я тоже же больше года ничего с ними не делаю, не колю, как бы ничего. А в теле? Что-то похоже, да, что увеличила? Это вопрос. А пусть все остальные погадают. Грудь, попа. А пусть все погадают, да или нет? Что у меня грудь выпадает. Там ничего не видно. Если выпадет, я увижу, я подниму тебя, продам, не переживай. Юля успела дважды побывать в гражданском браке, родить двоих детей, а Лена все присматривалась еще к будущим мужьям и наконец-то вышла замуж. Юля не была приглашена. Ну да, мы не общались так долго. Все-таки это такой праздник, когда собираются самые такие вот близкие в данный момент люди. Юля, ты не обиделась на то, что... Значит, я не самый близкий человек в жизни оказалась. Вот и все, я сделала вывод. Юля, достаточно откровенно ты говорила об отношениях между тобой и отцами детей. И ты сказала о том, что они не общаются с отцами, и ты против этого. Нет, я ни в коем случае не против общения, чтобы дети общались с папой. Просто, очевидно, папа как бы не совсем ответственно к этому подходит. Угу. Они общаются раз в год. Ну, два раза в год, ладно. День рождения, Новый год. Первый муж вообще там была тяжелая ситуация, в каком плане? Молодость, юность, как-то ушла и ушла, все, у него появилась жена, и она очень ревновала его ко мне. Собственно, она не совсем удавала общаться. У него были истерики, слезы и так далее. Мы несколько лет вообще с ним не общались, пока он выстраивал вот ту свою новую семью. А с Парвизом, да были какие-то там слова, что ребенок останется со мной и так далее, но со мной же это бесполезно. Мне же важны не слова, а действия, ребенок будет со мной. Он будет закрыт. Сейчас с кем дети? С бабушкой. Бабушка с нянями. У меня у каждого ребенка по няне. Когда у тебя завязались отношения, скажем так, с Парвизом, ты приняла ислам. Но, во всяком случае, ты об этом рассказывала. Я приняла ислам после того, как я рассталась с Парвизом. Многие так говорят, что вот Парвиз мусульманин, наверное, поэтому Юля все-таки как-то нет, совершенно не поэтому. Почему-то у меня к этой культуре прям вот, ну, наверное, я как-то вот в прошлом связана как-то с восточной культурой. Татуировка у меня, кстати, первая, она... арабская. Дети тоже мусульмане? Сын, да, дочка правохристианка. Как-то поменялась жизнь с принятием ислама? Внутренние ощущения поменялись, да. Когда мужчина просит женщину принять его веру, здесь история понятна. У меня прям стало все хорошо. Мне стало спать, я стала гармонична сама собой. У тебя есть мужчина в твоей жизни? Есть мужчина в моей жизни. Есть планы даже о детях, более того. Не об одном ребенке. Не совсем это в ближайшем прям будет. Что это будет в будущем? Это может быть через пару лет. Ну, у меня был период, когда я родила Самира. Собственно, ничего в моей жизни не происходило. То есть группа, как бы мы разошлись, и я просто тупо сидела дома там 4 года и...
практически ничего не делала. И поэтому для меня важна, конечно, карьера, я такая начала эксплуатировать по полной программе. Дети растут, дети уже есть, дети большие, уже старшие. В школе младший уже в этом году в нулевой класс пошел. Дети уже огромные. Уже дочка со мной смс-ками вовсю переписывается. Как там твоя работа, ты где, мама? Пока вы были порознь, Юля успела сняться в кино. В фильме «Каникулы зомби». Фильм, ну, можно сказать, разгромили критики. Ты намерена продолжать сниматься в кино? Планируется вторая часть этого всего. Безусловно, фантастика, все эти кровь-превращения, для меня это очень далеко. Это просто знакомые снимали фильмы и предложили друзья моих родителей. И я понимала, что это такое будет скандальное все, что критики, естественно, напишут, что это круто, что это такое все. На надрыве, на мощном. Да не, ну слушайте, я готова дальше экспериментировать, как бы идти по разным направлениям. Кино и так, историческое, и все что угодно. Вы были первыми, кто встал на защиту гомосексуальных отношений в России. Ведь сейчас это очень острый вопрос. Сейчас приняли закон против пропаганды гомосексуализма на телевидении и в средствах массовой информации. Против этого закона выступили Мадонна и Леди Гага. Сейчас вы продолжаете, конечно же, выступать на стороне сексуальных меньшинств. Насколько сейчас это стало вам сложнее делать? Я это не то, что это поддерживаю, я к этому отношусь хорошо. Я вообще за любую любовь, которая есть. Я уважаю мнение того, кто против этого, я уважаю мнение того, кто за это. Не надо этого афишировать, ты все равно же по телевизору, там, ну, ты включаешь, когда там показывает разврат какой-то. Если мне надо, я себе куплю порнуху, ее посмотрю дома. Я не готова, как бы, вот, включить телеканал, лежать там с ребенком вот так в кроватке, чтобы там показывали голые сиськи и письки. Зачем, как бы? То есть мне, как бы, мне это неприятно. Не нужно это просто пропагандировать. Естественно, мы не прекращаем их поддерживать. Мы как были, так и есть. И я абсолютно согласна с Юлей, что у каждого своя жизнь. Ну пусть люди живут своей жизнью, дайте им свободу. Что случилось со связками? Что случилось с голосом? Слушай, эта история началась год назад, да, это были операции, одна операция на связке, которая вот затянулась. Оказалось, такой неоднократной была еще одна летом, а предстоит еще раз на осень. Думали, что все это как-то быстро приходится, сделала и все, и запела, как соловей. Оказалось, а как вы будете выступать? Связки – это инструмент, ну так и поем, я же тоже работаю, пою, и бэк-вокалистка мне помогает. Работаем, живем, панеры нету. Из-за чего это произошло? Многие годы неправильного пения. Послушайте песню, нас не догонят. Крики, бесконечно срывала. Простые движения. Я срывала голос, у меня были узлы на связках. Ну, это давнишняя такая проблема, которая вот... Застаревшая, да. Да. Берегите связки. Спасибо за беседу, спасибо за откровенные ответы. Спасибо за вкуснейший обед. Да. Жена нас сюда привела в это место, я теперь возьмусь на заметочку. На здоровье. Я в Киеве частенько бываю, теперь буду сюда приходить.